Друзья, всем привет! Только что приехали, ездили, закончились электроды. Ну как, не закончились, а у меня их мало. Думал, пока по-светлому съездили. Здесь недалеко город, где от нашего этого села. И мы хотели взять электроды. Ну, короче, не взяли, не нашли мы этот. Уже все закрыто было. Но сегодня, походу, белка ночью будет катиться. Сейчас я им травы. Я их, пока мы уезжали, друзья, я местности не знаю, поэтому я их загоняю. Пускай пока здесь свет у них тут горит. Друзья, яйца я специально не выбрасывал. Откинулись. Вот три яйца. Ну, были они болтуны, их посветил. И этот. Ну и утятки. Поставил им вот такое, нашел здесь колесо. Корма не покушали. Ну я им сейчас добавлю все. Все у них тут будет хорошо, друзья. Ну я думаю, у них тут все нормально. Кушать есть. Понятно, на улице может было бы им лучше. Но пока еще, пока, друзья, настраиваем свой быт. Такое по-быстрому, что здесь сараи были, сделали им. И нормально. Вон у Катьки уже. Вы видите, какие доечки. Ей тоже после мамки через несколько недель тоже катится. Сейчас еще кое-что покажу, друзья. Володя. Тачки нету, друзья. Тачку не взял. Но пока выкидываем сюда весь мусор, ну, который собираем. Я же здесь пособирал. То зерно не хочу выбрасывать. Хочу сгребсти. Это от старых хозяевов. И, ну, где-то на улице курям кину, они что-то переберут. Поэтому, то пока не трогай. Ну, а здесь, друзья, что-нибудь, потом какая-то будет тачка, или попрошу, может, у соседей, или я не знаю. Посмотрим, друзья, как карта ляжет, как я говорю. И поубираем этот весь мусор. Володя здесь не будет, это сейчас пока временно, друзья. Так, курочки, друзья, вчера снесли. Три яичка, но только вот там почему-то. Сюда сегодня я им кину одно яйцо. И они... Ой, что-то за кулек надо убрать. И они здесь его склевали в этом гнезду. Ну, друзья, ехали только что с города. Я увидел пилораму. Так, здесь нет, уже ничего насыпем. И досок можно будет каких-то набрать. Я думаю, вот эта курочка, видите, лежит. Сегодня яиц нету. Ну ничего, может и были, может они их поклевали, друзья. Надо сделать срочно гнездо какое-то. Сейчас им и водичку поменяю. Ну у них тут все нормально. Вот здесь сидело такое у них, видите, как качеля. Кач, кач, кач. На цепочках, вы видите? И нормально. Так, Володя, а ну уйди, 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 подожди. Так, сейчас, секунду. Сейчас закрою, друзья, одной рукой неудобно. Здесь все надо настраивать, подделывать. Это я вам так их сейчас покажу всех. Так, вот, друзья, эти архаровцы, я их еще не считал, не знаю сколько. Но я им насыпал и водички налил. О, закрылись двери. Пока пускай она посидит. Я думаю, с ними ничего. Вон они, вон они. Вон они. Ой, а что это? Ух ты, елки-палки. Вот, видите, еще один. Она его раздавила. Еще рано, раньше. Яйцо нечаянно раздавила. На, Володь. Меня извиняют, друзья, но я так сильно глубоко еще к ним не лазил. Ну-ка, что здесь? А так, вон они. Вон они. Наверное, я сейчас... Ну, сюда никто не залезет. Сейчас я курочку... А ну-ка, уберу, потому что, да, запах какой-то пошел. И посчитаем, сколько цыпляток. А ну-ка. Вот они. Два. На. Два. Вместе с вами, друзья. Четыре. 6, 8, 10, 12 штучек, друзья.
12 штучек, и гляньте, галошейничек один. Маленький мальчик или девочка. Все, друзья, постараемся, чтобы они выжили. Сейчас я, наверное, поменяю вот здесь сено и посажу их на... Хотя здесь сено, друзья, наложено. Я вот эту кастрюлю уберу, чтобы... Потому что, да, реально пошел запах. А они потом этот... Я думаю, она их согреет. Может, на крайний случай туда дальше. Хотя оно еще не сильно холодно. Включим им и этот... как сказать? Красную лампу. Ну, пока посмотрим, друзья. Пока так все, все я делаю. На скорую руку занимаюсь больше, тем... Сейчас, секундочку, прикрою. Тем занимаюсь, что больше надо делать, ну, для нас, друзья. Потому что... как сказать? Ну, что хорошо, что я настроил, но сейчас еще купаться нереально. И мы сегодня уже, Паша, почистил ванну, пока я там шкафы собирал. Вот, Катя еще нарядная, я быстро переоделся. Пашу тоже, друзья, берем с собой. Сейчас еще, кстати, многие не знают, за Пашу хочу рассказать. Это мой сосед, с самого детства я его знаю. Он старше от меня на 4 года. И его батя был моим крестным. Но его уже давно тоже нету. И Паша такой, ну... Ну, он добрый, просто он, ну, как сказать, пропащий человек. Ну, а так, вот, сейчас мы его так возьмем в кулачок, и будет он нормально жить. И все будет у него хорошо. Друзья... Вот, настроил я эту ванну. Но это я все сейчас хочу обварить. Почему электроды? Будут такие ножки. Сегодня, чтобы Катя... Ну, мы не Катя только, а все мы покупались в доме. Там, где будет ванна, я сейчас вам пойду покажу. И сегодня, друзья, мы ездили. Я забыл спросить, какое село. Купили сено, друзья. Вот. 5 тюков пока. Но мы знаем... где это сено. Я так хотел 10 взять, но посмотрим, будут они его есть или нет. Оно такое немножечко намочилось с запашком. Ну, друзья, посмотрим. И мы когда приехали туда с Пашей, там женщина вышла. И мы так с ней разговорились, и оказалось, что это наши подписчицы. И брата, и мои. И мы когда приехали туда, они там вышли, потом уже узнали, что это я приехал. Вышли так, ну мы так поговорили немножко, и мне приятно, и им тоже. Я не знаю, как это село, но отсюда недалеко. 12 километров от этого села. Короче, нас смотрят, друзья, везде. Так, ну там пока ничего. Коты, друзья, все на месте. Мы их пускаем в дом. Все хорошо. Корм им насыпаем и кашу сыпем. Ну, короче, все нормально. Вот Маркиз, Тайсон, Мурка и Фурия. Ихняя мамка. Узнаем еще, друзья, по поводу стерилизации. Здесь город, я же говорю, недалеко. Короче, нам начинает здесь нравиться. Ну как, нам и сразу понравился. Мы бы не брали бы дом. Но... С каждым днем все, ну, как бы, лучше нам тут находиться и лучше. Вот, уточка. Ну, она стоит уже, ну, что-то у нее с ножкой. Ну, друзья, переезд, это штука нелегкая. Пока закрыл там, не знаю, еще не ходил, друзья, что там с забором. Потому что курей туда выпустили. А там дырка в заборе и у соседей куры. И они вот так перемешались. Ну, хорошо, у моих хомутики. И мы разобрались. Короче, половили еле-еле. Тут первый день бегали еще за курями. Одна вообще забежала вот в эту кукурузу. Еле, еле нашли. Никуда, Паш, не девай, не выбрасывай. Сейчас я всем все попоказываю нашим подписчикам. И, друзья, сегодня... Ну, здесь, друзья, бардак. Вон, консервацию, которую мы взяли, это наша. Взяли мы ящик лука. Ну, там морковки немножко
чеснок и 2 ящика картошки. Я уже показывал, по-моему, говорил. Что тут у Кати? А, ну там макароны, такое все. Еду, друзья, мы забрали всю. Всю, друзья, еду забрали. Дом теплый. Мне нравится. Но дом пока там тоже все еще не разложено. Все валяется. Вот здесь сегодня, друзья, мы убрали. Здесь была кладовая или что, не, я не знаю. Но у нас здесь будет ванная комната. Вот. Вот такое вот помещение. Ну, пока задача сейчас стоит. Ни тут ремонты не делать, ничего такой задачи не стоит. Сейчас задача стоит поставить сюда ванну, сделать скважину, провести воду. Вот это первая задача. Даже пускай она не горячая будет, здесь газ есть, нагреем в кастрюле. То есть, чтобы дома помыться, потому что первый день, когда я сделал душ, помылись, у Кати засопливило. Да и я тоже немножко, но Катя... Я-то такой, у меня еще прослойка есть, а Катя похудала, ее сразу взяло. Ну, друзья, все буду показывать, что мы здесь будем делать. Лампочки все я такие поставил. У нас в сарае там было их много. Ну, как я имею в виду? Запасные. Там лампочек несколько было. Короче, я еще и повыкручивал. Там оставил 2 лампочки на всякий случай, когда вот у Генка заходит, чтобы включил. А, даже не включил, мы же тумблер, свет вырубили. Ну, короче, друзья, мы по максимуму все забрали. Ванну почистили болгаркой. Потом я сделаю так, чтобы она снималась. Регулируемые ножки хочу сделать, ну, чтобы выставить ее по уровню, как надо. И все, потом купим новую вот эту эмаль, или как оно там называется. Я даже не знаю, я просто видел в интернете, что делают, восстанавливают ванны. И я думаю, что я смогу. Пускай, может, не так будет качественно, как там специалисты делают, но будет тоже нормально, друзья. Вот, видите, хлам вот это, они не забрали, ну, люди, которые хозяева. А мне, ну, вот это, тряпки ихние, там, мешки, там, какие-то, это, все мы вот это будем выбрасывать. Я не могу узнать ни у кого, где здесь, куда можно вывезти, или как-то договориться с кем-то, чтобы вывезли, я не знаю. Ну, пока собираю здесь, я мешков пустых взял, как вы знаете, у меня их было много. Короче, друзья, вот так вот, целый день что-то делаем. Может, когда все настроится... И будем заниматься, и поросеночка возьмем, может, даже не одного. Так что такие дела. И, друзья, этим подписчицам я им обещал привет передать. Вам всем привет с этого села, где мы брали сено. Я только, честно, мы вот так все на эмоциях, все улыбаются. И самое важное, забыли там, как кого зовут. Но меня-то все знают, а я что, тоже ж, друзья. Поэтому вам привет всем. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.